Всем привет, катаны, катанессы, меня зовут Лео, и вы на канале Лилео, а это значит, что со мной сегодня вместе Ли. А еще Стив. О, да. И играть мы сегодня будем в испорченный телефон. Вы ведь наверняка хоть раз в жизни во дворе играли в эту игру. Если да, то, конечно же, пишите в комментариях. А мы начинаем. По коням. Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням. Итак, нам нужно начать историю. Так, ладно. Пока меня никто не слышит, это должна быть какая-то интересная, забавная история. Например, давайте так. Сварливый старикашка находит свой старый дневник. О да, мне кажется, это будет просто идеально. Так, ну что, я готов. Шикарно. История, конечно, должна быть очень привлекательная. А еще я думаю, что, возможно, нужно усложнить. Кажется, я задам двух персонажей. Итак, козел чинит машину, и его дама, да-да, у козла есть дама, строит дом. Ну вы поняли, да, как тут распределились обязанности между козлом и его дамой? Я готова. Готова? Так, окей, ладно, интересно, что там придумал Стив? Ли, ну и задание. Кто бы говорил, знаешь ли? Так. Я даже не знаю, чье из вас это задание. Так, давайте попробуем реализовать эту задумку. Ребят, я рисую не на графическом планшете, я рисую просто мышкой. Лили тоже. И Стив вообще рисует пальцем на телефоне, он лежит сейчас на диване. Поэтому мы не гарантируем то, что рисунки получатся такие, что их захочется выложить куда-нибудь в группу или, например, отправить на конкурс рисунков. Но я уверен, что получится что-нибудь интересное. Не знаю, мне кажется, такое можно вставить в мемы. Да, кстати, получится, знаете, такие старые-старые мемы десятилетней давности, когда еще были в моде рейдж-комиксы. Так, окей, давайте добавим еще чего-нибудь вот такого, мне кажется. Хорошо, что у нас не идет время, да, Лео? Да, если бы время шло, мы бы тогда вообще ничего не успевали, у нас бы рисунки были не закончены, и темы были тоже не до конца раскрыты. Кажется, я забыла основную часть просто всех таких людей. Каких людей? Которых я рисую. Там люди? Ты рисуешь людей? Я рисую одного человечка, знаешь ли. Вообще, я не буду тебе ничего говорить, ты же не должен это знать. Ага, ладно, окей, я тоже тебе ничего не буду говорить. Никто ничего не должен знать, просто рисуем. Как у нас получается? Так, давайте-ка здесь вот это добавим. Я скоро уже дойду до покрасочки. Серьезно? Конечно. А я крашу параллельно. У меня как бы одновременно и покраска, и как бы не покраска. Так, пора сменить немножечко кисть и сделать вот самые характерные черты этого персонажа. Мне прям интересно, кто это, о ком идет речь? Так, вот здесь немножечко и добавим немножечко аксессуар, знаешь, просто чтобы сделать немножко атмосфернее картиночку. Это вовсе не обязательно, но я это сделаю. Аксессуары там добавляются. Ничего себе. Я немножко не могу разобраться с инструментами, потому что вроде как все просто, а вроде как вообще неудобно. Просто какой-то кошмар. Я привык, что на графическом планшете есть нажатие, то есть сила нажатия, можно это все регулировать, а здесь этого нету, и поэтому приходится выкручиваться как есть. Так, ну вроде у меня получается немножечко то, что я задумал. Так, то, что ты задумал? Да. Прям ничего себе, так, ладно. Так, я задумал что-то грандиозное, или я уверен, вы со Стивом оцените. Так, что такое? Кажется, я какую-то область не докрасила, точнее, не довела линию, и у меня получилось, что весь фон залился. О, подожди, а то что, заливка есть еще? Конечно! Я что-то упустил в этой жизни. Так, заливка, я обязательно к ней вернусь, но мне, кстати, в этом рисунке заливка не понадобится, по-моему. Да? Да. У тебя все... А, я вообще путаю заливку с карандашом. Так, все, это должно работать. Теперь должно все сработать. Отлично, делаем костюмчик, и у меня получился очень даже отличный рисунок. Ну, мне так кажется. Напишите в комментариях, каково видеть такой рисунок. Так, ладно, ладно. Отлично. Итак, ну, слушай, мой рисунок, в общем-то, готов.
Серьезно? Секундочку, подождите. Можно немножечко деталей каких-то здесь добавить? Добавь детали, добавь детали. Это не те детали, которые я хотел добавить. Так, давайте, может быть, как-то вот здесь, что ли, чуть-чуть добавим. Знаете, чтобы у персонажа была текстура. Так, вот здесь вот добавим узелочек. Так, отлично. Чего бы и нет. Немножечко вот сюда. И, по-моему, остался совсем последний штрих. Например, вот это. Нет, не это. Например, вот. Вот так. Вот. Кажется, я готова. Ну что, мальчики, вы там готовы? Да, я готов. Стив, ты готов? Да, я думаю, что мы посмотрим, что же там будет. Итак, теперь, видимо, очередь описывать то, что здесь происходит. Так, ладно, что здесь может происходить? Наверное, что-то типа такого. Ну, мне кажется, что здесь все простенько. Я тут вижу персонажа и его действия, так что, я думаю, должно быть вот так. Я прям в лоб. Ну что ж, мы закончили все свои приготовления. Давайте посмотрим, что получится. Тем более, что нам это все говорилка прочитать смешным голосом. Итак, первый я. Сварливый старикашка находит свой старый дневник. То есть это было твое задание, да? Да. По-моему, он добродушный, не сварливый. Итак, что же Стив угадал в этом рисунке? Зеленый дед получил пенсию на день рождения. Это было просто шикарно, Стив. Вообще очень похоже на то, да. Мне кажется, там не пенсия же, там же бумажки. Не знаю. Давайте посмотрим, что дальше получилось. Так. Итак, теперь задание Стива. Супер шикарный Стив извиняется за свою шикарность. Итак, вот мой рисунок. Вообще-то очень даже и смахивает на это. Как описал это Лилит? Стив говорит, извините. Только я не поняла, за что, конечно. Я просто увидела, что он говорит, извините. Угу. Извините. Извините, говорит он. Слушайте, ну мне кажется, что здесь вот прям все получилось очень лаконично. Да. Ну что, давайте дальше посмотрим. Что же хотела сказать Лилит? Козел чинит машину, и его дама строит дом. А-а-а! Вот что это? Мне даже интересно. О, да. Так почему-то козел ест, а не чинит. Ты уверен, что козел вообще вот так выглядит? У козлов такие хвосты или нет? Дама у него просто потрясающая. Она же так злобно это делает. Ну, конечно, если она строит дом. Ладно, а теперь мое описание. Козел жует траву, а его дочка ворует мороженое. Почему она его дочка? Ну, Стив нарисовал ее как маленькую девочку, поэтому я думаю, что почему бы и нет. А ведь что, это слитки мороженого, хочешь сказать? Я не знаю, почему бы и нет. Стив нарисовал это как будто бы это реально мороженые слитки. Почему бы... Я не знаю. Это мое просто описание, ребят. Я так вижу. Ну что, мне кажется, что первый раунд получился очень классным, так что давайте... Продолжим. Второй раунд. С чего же начать историю? Мне кажется, что нужно что-то прямо вот такое зажигательное, например, прямо в лоб. Да. Кажется, я что-то придумала. Мне кажется, я увижу просто гениальные шедевры. Ну что, Ли, готова? Конечно, готова. Оп. Так. Ну, конечно, задание серьезное. Как вообще это возможно? Хорошо, придется постараться, мне кажется. Так, задание реально очень серьезное, то есть... Я даже не знаю, с чего начать. А я вроде как будто бы придумал что-то, но пока не до конца. Так, значит, вот. Начало положено, это самое главное. Самое главное — это начать, Ли. Когда ты начинаешь, уже потом... Ладно, я начинаю. Хорошо. Мне немножко начинает быть похоже как будто на предыдущий рисунок, но я сейчас его изменю. Пусть будет вот что-то такое. Так, давайте добавим здесь вот таких всяких штучек. Так, кажется, мне нужно начать от обратного. Это что значит? Я начну с конца предложения.
Что значит с конца предложения? А что в конце предложения? Что-то очень интригующее. Ага, так, значит, мне, конечно же, нужен вот этот цвет. Да, мне кажется, выглядит просто эпичнейше. Так, а можно как-то эти места закрасить, нет? Ну и ладно, и они нам и не нужно их закрашивать, они и так идеальные, так, оп. Так, ну вы поняли, да, что я начала рисовать вот так, и кажется, немножко вот так. Приложение похоже чуть-чуть на Paint, по-моему. Очень похоже на Paint, даже заливка такая же, немножко кривоватая. Я, правда, не помню, как должны выглядеть такие люди, точнее, их одежду, ну ладно. Сейчас мы нарисуем что-то вот такое. Вообще-то неплохо, по-моему, по мне так прям просто идеально. Теперь давайте немножечко кошачьих глаз. Я сказал-то в контексте, понимаешь, никто все равно не поймет, что я тут рисую. Да, у меня то же самое. Так. Вроде столько хочется сказать. Да, это точно. Это вот лучше даже не придумаешь. Так, значит. Так, ладно, если мы видим этими частями, то нужно как-то сделать вот. Вот так. Так, отлично. Слушай, реально получается, по-моему, что-то. О, нет, так. Это глаз номер один. А там много глаз? Там, судя по всему, 4. Серьезно? Я даже не представляю. Интересно, чем сейчас Стив там занимается? Потому что мне кажется, что мы сейчас увидим какой-то очередной супершедевр с козлами и травой. И девочкой, которая крадет мороженое. Так, ну слушайте, реально получается вот то, что я увидел, когда только впервые прочитал тему, оно, в общем-то, и получилось. Так, значит, теперь нужно немножко вот этого добавить. Мне кажется, это как раз то, что нам надо. Шикардос. Так, о нет. Я постоянно путаю кнопки, то есть не могу переключаться между объектами, и поэтому... Так, давайте вот здесь вот чуть-чуть. Мне кажется, Ли рисует что-то совсем убогое. Серьезно? Невероятное. Я просто даже не представляю, я не до конца понимаю... Не стоит тебе этого представлять. Если, конечно, это не твое задание. А я не знаю, откуда я знаю, чье тебе задание попалось. Мне кажется, что всем досталось задание по силам. А тут есть пипетка? Пипетка? Нет, конечно. Нашла. Тут есть пипетка? Да. Серьезно? Ничего себе. У этого редактора очень много функций. Мне кажется, что я, возможно, со своими артами перейду однажды как раз-таки вот на вот это приложение, потому что, ну, реально какая-то крутота прям. Так, значит, вот что-то такое у нас здесь. Так, неплохо. Мне кажется, я делаю успехи. Я овладел интерфейсом приложения полностью. Так, значит, вот здесь у нас. Я думаю, что я вообще-то тоже делаю успехи. И судя по всему, я вас сделаю. А тут есть победитель, тут можно кого-то сделать. У меня тут все по всем параметрам, знаешь ли, прям каждое слово нарисовано. Правда, у меня как бы тоже, но у меня, знаешь, такая общная тема, по такой теме можно даже фильм, наверное, снять. Серьезно? Ну да. Ничего себе у вас там. Я не хотел это закрашивать вообще-то, а теперь мне даже понравилось. Так, вот, значит, мы вот это сделаем, и давайте еще немножечко кинем снежку. О, нет, словом снежок я немножко спалился, потому что, наверное, кто придумал эту тему, он типа знает. Так, значит, та-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 та. Нужно побольше кисть, слишком долго я буду это раскрашивать. Так, вот, значит... Так, нужно теперь сделать немножко цвет изделий. Ага, так, сейчас добавим чуть-чуть вот этого. Ну, в принципе, мне кажется... Должно быть просто идеально. О, я хотел нарисовать немножко снега, а получилось, что я нарисовал какой-то крутой блик прям. То есть я про-бликер. Про-бликер? Про-бликер. Так. Кажется, рисунок нам предоставили, но... Непонятно. Так, как это вообще описать? Наверное, что-то типа вот этого. Какая-то... Кровожадность присутствует. И агрессия у того, кто это, я даже не знаю, рисовал или придумал. Наверное, все-таки рисовал, ведь он понял именно так. Я думаю, что это должно быть вот так. Итак,
Кажется, мы закончили все приготовления. Теперь давайте узнаем. Самое интересное. Самое интересное. Что же у нас получилось? Итак, сперва мой альбом. Посмотрим, что же я загадал. Ужасная кухарка впервые видит макарони на подушке. Так. И... Насколько она ужасная, Лео, и насколько она видит своими подмышками. А там, знаешь, весь смысл в том, что сама идея была в том, что она увидела макаронины, которые у нее подмышками выросли. А я поняла, что у нее глаза в подмышках. И она такая раскрыла руки и увидела макароны. Так, давайте посмотрим, как Стив это трактовал. Женщина с глазами в подмышках собирается на свидание. На свидание? Ну, в общем, похоже. Главное, что Стив понял, что это глаза в подмышках. Это мне радует. Хорошо. Итак, давайте идея Стива. Новый год пришел без спроса. Ага. А вот оно что было. Вот это что было такое, так. А вот и мой рисунок. Не, ну как бы замысел есть. Ну да, пришел без спроса. Так и было. Когда он приходит, например, в середине июля, ты такой, что? Что? И поэтому у него снег. Ну да, и мне кажется, что это просто часть целой композиции. Там, с другой стороны, из подарков вылезают пауки, и Дед Мороз ходит с катаной, ну что-то такое. Итак, что же подумала Лилит? Кровожадная ёлка убила всех на празднике. Мне кажется, она просто выжила зато. То есть ее хотели срубить, и она такая, нет, я вас всех убью, и сама выжила. Да? Вот так я это все поняла. Ну, вообще, на самом деле, очень близкая трактовка. Мне кажется, что то, что загадал Стив, было очень похоже на правду и в рисунке, и в описании Ли. Значит ли это, что Стив хороший преподаватель и хороший художник? Если твой преподаватель всегда молчит, наверное, он хороший. А насчет художника мы сейчас посмотрим, потому что следующий рисунок как раз будет от Стива. Итак. Сиреноголовый сидит на качелях, увидел жука и хочет раздавить. Я вообще не знаю, как он его увидел со своей высоты. Ладно, давайте посмотрим, что получилось из Стива. И... О, это что, голый сиреноголовый? А ты видела, чтобы сиреноголовый ходил в пиджаке? Он просто выглядит какой-то загорелый сиреноголовый. Ну да, загорелоголовый. Но там солнце светит, так что, в принципе, мне кажется, что может быть, почему бы и нет. Насиделся. Насиделся, да, обгорел немножко. Обгорел, что аж языки повытаскивал. Итак. Что же ты скажешь на это, Лео? Сиреноголовый съел испорченную лазанью и вышел освежиться. То есть, по-твоему, этот жук, это был лазанье? Испорченное лазанье — это то, почему у него языки торчат. А он вышел освежиться, а жук, ну я вообще подумал, что он тут ни при чем. Мне показалось, что... Дополнение картинки. Ну да, чтобы показать, что это лето, потому что сейчас лето, и значит, просто Стив описал то, что видит за окном, возможно. Мне кажется... Что? У нас за окном сиреноголовый? Катаны. Я надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя наша игра в испорченный телефон. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте отправлять рисуночки, скачивать стикеры для Viber и Telegram, заходить в наш фандом. Что у нас там еще есть? TikTok, конечно же, и не ведитесь на фейки, потому что TikTok у нас только с аккаунта Стива. Никаких лайков, никаких инстаграмов. Да, и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!